Здравствуйте, ребята, меня зовут Маниша Шохназар, и я из солнечного Таджикистана. В Алмату я переехала 2 месяца назад, и сегодня я хотела провести интервью и узнать у самого населения о культуре и истории казахстанцев. Let's get started! Какие будут какие-то каверзные вопросы или нет? Нет, такие нормальные. Хорошо, давай. Хорошо. 811, кажется, не помню точно. 1755. Может, я пойду? А это калькулятор. 1465, что ли, вроде? 1456 или 556? 1465 вроде бы. В 1465 шестом. Онлайн? Я знаю, сейчас. Вот эти жузы же, 3 жуза. Маш, средний, старший. Сейчас. Ну, Жанибек Кирей. Это Блэка. Кирей и Жанибек. Жанибек Кирей. Кирей и Жанибек. Жанибек Кирей. Да, правильно. Какие сложные вопросы. Это я уж точно не помню. Если бы вы меня это спросили 4 года назад, когда я ЕНТ сдавала, я бы вам сказала. Сейчас я уже точно не помню. Хорошо. Джиджар. Не воровать. А, хорошо. Да. Окехан, Джиджар. Джиджар, да? Совсем я не помню уже. Джиджар. Джиджар, кажется. Это вам как, шифрование надо или как? Дорога сокращается, короче, когда ты много говоришь, незаметно же проходит. Якобы общение упрощает жизнь. Ну вот, если разговариваешь с человеком, быстро уходит время. Меньше знаешь, больше спишь, так. Возможно, когда они выходили замуж или рождались внуки, сыновья. Честно, я не знаю. Не знаю. Замужних, либо женщин, либо у тех, у кого есть дети. А, Иташа. На улице. Идти за безопасностью. Ильяс Есенберлин. Если вот вы хотите прям хорошо узнать историю нашего Казахстана, то вот Ильяс Есенберлин. Кутябая. Мастрит по Эври Казах, это Абайжоло. Второй вызов. Второй вызов, Абайжоло. Абайжоло. Абайжоло, Мухтаровый вызов. Кутябая. Может, Абай посчитать. Она хорошо пишет. Современного почитать. Я не знаю, его сборник, но просто я помню, что читать. Итак, в целом можно сказать, что местное население проинформировано достаточно о истории и культуре Казахстана. И я для себя поняла, что мне необходимо прочесть такое произведение, как «Путь Абая». И на калькуляторе можно высчитать, когда отпраздновали 550-летие казахского ханства. Хотела сказать, что по сравнению с взрослым населением, молодежь знает больше о своей культуре и истории. Может, это связано с тем, что с приобретением независимости в Казахстане информация о самой культуре и истории Казахстана стала более доступной. И в этот момент молодежь имела доступ к различным источникам информации.